Здравствуйте. Появилась идея такой, как мне кажется, интересной съемки. По сути, это вечерний городской пейзаж. Только не это не центр города, а, можно сказать, такое городское захолустье. Но почему я выбрал именно это место? Главная причина в том, что здесь трамвай делает очень крутой поворот. Самого трамвая в кадре мы, наверное, не увидим, так как это будет вечерняя съемка на длительных выдержках. Но будет виден след, и он будет изюминкой этого кадра. Так как здесь крутой поворот, световые линии от проходящего трамвая будут изогнутыми, что придаст фотографии динамичности, живости. Что еще мы видим в кадре? Старый такой довольно интересный домик, фонари, которые зажгутся вечером, дорога, уходящая в перспективу, остатки старой брусчатки на переднем плане. Также будут световые линии от проходящих трамваев. Все это сделает фотографию интересной. Кстати, заметил такую особенность. Иногда обычное место, ничем не примечательное, вечером при свете фонарей преображается и выглядит намного интереснее, чем днем. Итак, дождусь вечера, пока зажгутся фонари, и начну снимать. Как я буду снимать? Сначала сделаю один кадр без проходящего трамвая. Он будет как бы основой, на которую потом я наложу другие кадры. Так как по опыту я знаю, что следа от одного трамвая будет недостаточно. Ну, будет как-то жиденько. Поэтому я сделаю несколько кадров с проходящими трамваями. И потом в фотошопе просто наложу на основной кадр эти светящиеся линии от проходящих трамваев. Вот таким образом я буду реализовывать свою задумку. Сделать такой вечерний городской пейзаж с трамваем, скажем так. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, выйдет что-то интересное.